চৈতন্য প্রভু বন্দে নিত্যানন্দ সহোদিত শ্রীনন্দনন্দন বন্দে রাধিকা চরণদ্বয়ম্ গোপীজন সমাযুক্ত বৃন্দাবন মনোহর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শিবাচার্য গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে অল গ্লোরিজ টু শ্রী গুরু অ্যান্ড গৌরাঙ্গ অল গ্লোরিজ টু শ্রী গুরু পরম্পরা অল গ্লোরিজ টু হরিনাম চিন্তামণি অল গ্লোরিজ টু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories. Just 1 hour before, I got a very, very bad news. Bad news is one sannyasi from our sampradaya physically left. Do you know who? How? Heart attack. Not COVID. So anyway, day by day, every day by day, our spiritual friends are leaving, and also I am thinking my time also is coming short, looks like. So anyway, let me check the today's questions and then I will come to you. Krishnamurti. Question by Brajeshwari Mirpa, dear devotee, dear Gurudev. Шива Гурудев смотрит, какие у нас сегодня вопросы есть. И вопрос от Браджешвари. Во время Абхишеки, почему мы омываем Господа разными ингредиентами, как молоко, йогурт и так далее? В чем вообще смысл абхишеки? Главная цель всей нашей деятельности на пути бхакти – это усилить нашу бхакти. А разные ингредиенты, такие как мед, сок и так далее, если вы примете этими ингредиентами омовение, то ваше тело станет более сияющим, нежным и так далее. На самом деле, если вы посмотрите на составы кремов, хороших кремов, там все это есть в концентрированной форме. То есть люди используют крема. Ingredients, and we are, you know, this in India there is emperor, different emperor, they are using
They used to take bath like this. Milk, bathtub and yogurt bathtub in that way. То есть сейчас используют все крема, да, где есть концентраты этих элементов. Но в нас, вот, например, у нас в Индии раньше императоры, они принимали омовение в этих всяких там молочных ваннах, там медовых ваннах и так далее. Это потому что это лучше всего питает кожу. И вот так же самое мы это делаем для Господа. Я надеюсь, вы понимаете, в чем вообще смысл. Well, you send the message. Yeah. There's only one question to them. Okay. So many messages there, I don't have to check. So. Похоже, был сегодня только один вопрос. So we are talking about Maya or Vaibhav. Mayar Vaibhava Bali Bale Devi Dham. Итак, мы говорили о Mayar Vaibhav. Mono Buddhi. То есть о Вайбхава Господа. Материале. And Vaibhav. Now we are actually. То есть 31 стих мы вчера разбирали. 14. Сейчас Бхактивинода Такур будет описывать 14 планетарных систем. Как они идут? Текст 32. Эбхуварлока. Это я уже объяснял вчера. Что есть 7 планет вверху и 7 внизу. Бху-бхуваксва, Маха, Джана, Тапа, Сатя. Это 7 вверху. Здесь вот стихи, как так они пишутся одна за другой. Actually 7. Тал, Атал, Шутал, Талатал. Атал, Атал, Сутал, Талатал, Битал, Рашал. И 7 нижних планет. Атал, Сутал. 7 elevation, 7 affairs. Тал, Атал, Витал, Расатал, Атал. 7 уровней. Это вниз идут. Майяра чхаятара. Чид вайбхава пурна татто. Так описывается 7. 14 уровней планетарной системы. Чид вайбхава пурна татто. Сарголо, пиплар. То есть эти 14 сфер бытия, они считаются материальными планетами. Несмотря на то, что мы смотрим на то, что люди стремятся попасть на сварга-локу, в рай. Я помню, даже я, когда я был совсем маленьким, я делал что-то для своей бабушки. Она всегда благословляла меня. Это желаете родиться в раю. Вот такое ее было понимание. Police officer, like a daroga. In Bengali, called daroga. Means like, you know, first officer, second officer. Like. But he become already police superintendent, right? So it's Sargolok. Sargolok means heavenly planet. It's like for us like that. If someone,
Сейчас чуть изменилось все. Вот одна бабушка, у нее внук стал полицейским, и потом он достиг там каких-то высших чинов, но когда он вернулся обратно бабушке, бабушка ему начала желать, желаю, чтобы ты был лучшим полицейским, ну, то есть стал главой отдела или там, штата. Итак, эти планеты, они принадлежат Гуру Лока, Бувару Лока, все они принадлежат к материальному творению. Сварга, райские планеты, это обитель девов и деви. Когда мы обретаем благочестивое благочестие, это благочестие позволяет нам войти в те сферы бытия. Но как только это благочестие кончается, нас тут же выпихивают оттуда, выталкивают оттуда, скидывают обратно. То есть, как только это пунья заканчивает, мы опять падаем на землю. Поэтому вайшнавы, они не желают сварга. Они желают райских планет. Бхактивинод Такур это очень ясно описывает. Что мы не молимся о том, чтобы обрести положение в раю. Не молимся о освобождении или о каких-то чудесных магических сил. Единственное, чего мы желаем, быть твоими вечными слугами, о Господь. И мы хотим войти в твою вечную обитель, потому что, чтобы стать вечным слугой, нужно нужно войти в обитель Господа. And from that Golok, Hare Krishna Mahamantra appear. Hare Krishna Mahamantra appear. Мы всегда должны думать о Раде Кришне. И с этой, потому что Господь всегда пребывает на Голоке, и с этой Голоки явилась нам Хари Кришна Махамантра. Кто принес эту Хари Кришна Махамантру? Принес ее сам Господь в образе Шри Кришна Чайтанья. Поэтому Наратам Такур, он говорит, он составил такую прекрасную песню Галакера Прамадхана Харинама Санкиртана, что божественное сокровище Галока Вриндавана спустилось в этот мир в образе Галока Вриндавана. Но почему у меня нет любви к воспеванию Хари Кришна Махамантры? Ведь большинство из нас воспевает как долг, из чувства долга, из каких-то ожиданий. Или из-за страха смерти. То есть, пытаясь защитить себя от смерти, мы воспеваем, но не из любви. Почему это так? Это Наратам Дас Такур, он сокрушается. Рати Наджан Мила Канатай. То есть Рати — это любовь. Наджан Мила так и не родилась. That in Bengal, when people are dying. То есть мы все так или иначе умрем, но воспевая Харинам больше с собой, мы просто хотим такой мирной смерти. But during the time of death, they are hiring some people. Всю жизнь большинство людей всю жизнь не воспевают Хари Кришна Махамантру. Но во время смерти они нанимают каких-то людей.
которые там одурманены какими-то веществами наркотическими или алкоголем, не курят там, или я не знаю, какие сейчас интоксикации существуют, но они вот принимают их и воспевают. И в момент смерти, и после смерти. Я видел даже, что многие люди, они, когда они видят, что их родители оставляют тело, они просят кого-то воспевать Харибол. Но эти родители отвечают: пожалуйста, не бескай, не беспокой нас, мы так плохо себя чувствуем, позвольте мне умереть спокойно. То есть вместо того, чтобы сказать Хари и Бол, два слога, они произносят вот такие длинные речи на пороге смерти. Без сукрити, бхакти унмукхи сукрити. Это же духовное вот такого благочестия. Если у нас его нет, у нас не будет никакого вдохновения воспевать Хари Кришна Махамантру. И очень грустно, когда преданные воспевают и ничего не чувствуют. Но это материальный мир, у нас всегда волны, иногда у нас есть вдохновение, иногда его нет. Все в материальном мире меняется, нет ничего стабильного. Но в духовной обитель, Галока Намни Ниджадхамни, все вечно в той обители. Поэтому я всегда говорю вам, пытайтесь сконцентрировать свой ум на Галока Вриндаване, чтобы служить Радха Говинде, Радха Гопинату. Мой духовный учитель, его божественная милость, Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Такур, его поклонением божеством был Радха Гопинат. И он составил прекрасную песню Гопинат. И нам нужно быть очень осторожны. Мы не должны тратить время попусту. Только посмотрите. Старший саньяси Чару Махарадж. Прежде чем покинуть Индию и отправиться в Америку, он составил прекрасное подношение нашему Гурудеву. Я ему послал такую просьбу, и он мне сразу же ответил, что скоро я вам пришлю это подношение. И сказал, что 15 июня я отправляюсь в Америку. И вот совсем скоро после этого он ушел. Ничего не стабильного в этом мире. Сатья Лока, Брахма Лока. Те обители не такие, как это, потому что там 100 лет, намного дольше, чем как Господь дал наставление Дринмин Махараджи, что построй храм для меня в образе Нила Мадави, тогда я на холме Ниладриш, вот, и потом он говорит, я приду к тебе в другой форме. We are greedy.
we have material attachment that much strong. But when you go up, 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 эти 14 планетарных систем, они показывают, насколько мы жадны к материальным накоплениям и привязаны. Вот. То есть, чем выше мы на одном из уровней этих планетарных систем, тем тоньше эти привязанности. Но следует понимать, что даже на Брахмалоке они присутствуют. But if there are 100 years also, Bomba's 100 years, but one day of Bomba means we know the calculation. На этой планете люди живут максимум 100 лет. Но Брахма тоже живет 100 лет. Но вы знаете, каков день, как сколько длится день Брахма. Это золотой век, серебряный, бронзовый, золотой. Все эти четыре юги вместе называются Четур-юга. Вот. Или Дивья Юга, божественная эпоха. И 71 Четур-юга называется одна Манвантара. А 14 Манвантар — это один день Брахма. И вот так вот Брахма живет 100 таких лет. Вы можете только представить, сколько лет там проходит. Когда Индрадюмна Махарадж отправился к Брахме, чтобы пригласить его. Но мы находимся здесь, на Гуру-локе, и очень удачливы, что мы явились здесь, в этих человеческих телах. Почему удачливы? Одни люди говорят, вот у нас здесь сейчас коронавирус, столько каких-то катаклизмов природных, столько беспокойств в этом мире. Почему же мы удачливы? Но если мы посмотрим, что на эту эпоху, когда мы родились, эту Кали-югу, век вранья, лицемерия, несмотря на это, Господь явился в образе Господа Чайтаньи и раздавал божественную любовь без различия, без дискриминации. Но мы настолько неудачливы, что не испытываем никакой любви к воспеванию Хари Кришна Махамантры. Одни воспевают 16, другие только 4. Но наш Прабхупад Бхактистан Сарасвати Госвами Такур говорит, что если вы действительно хотите быть преданными Гаудия Матха, вам нужно воспевать минимум 64. Если же вы не можете делать этого сейчас, по крайней мере, вы должны стремиться к этому. И также мы постепенно отклоняемся от нашей главной цели — Голока Вриндавана. Вчера я уже говорил об этом, что некоторые говорят, я хочу быть здесь всегда, служить миссии Гурудева. Но я уже говорил, что такое миссия Гурудева. Миссия Гурудева не заключается в том, чтобы вы здесь были. Гурудев приходит сюда, чтобы забрать вас туда. Мой духовный, мой Парам Гурудев, его божественная милость, его Бхактистан Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорил, если кто-либо следует моим наставлениям, я его освобожу. Уже в этой жизни я его заберу на Голока Вриндаван. И в этой связи я также уже упоминал несколько раз. Вот один из них очень такой чарующий случай. Это случай с Рамготи Прабху из Асама. Слышали ли вы об этом случае? Рамготи Прабху из Асама, когда Прабхупад отправился в один из городов Асама, Сарбхог, в этом месте этот человек увидел Шрилу Прабхупаду Бхактистан Сарасвати Госвами Такура, и Прабхупад он был настолько привлекательным,
when they are meeting each other, they are always glorifying Srila Prabhupada. Highly. Я помню, как я однажды, когда был брахмачари, и когда тогда был на этой земле еще присутствовало очень много учеников Прабхупады, и когда бы они не встречались друг с другом, они всегда писывали Саву Прабхупады. И однажды я спросил его божественную милость Бхакти Кумучанта Госвами Махараджа. В 1998 году в нашем храме это был праздник столетия моего Гурудева Весапуджа. И тогда я спросил Бхакти Кумучанта Госвами Махараджа. Я сказал ему, что все вы, братья Боги, ученики Прабхупады, вы все время говорите о Прабхупаде, Прабхупад, Прабхупад, Прабхупад. А как же он выглядел? И тогда Бхакти Кумучанта Госвами Махараджа ответил. Говорит, если вы поставите 100 самых прекрасных женщин этого мира, и между ними поставите Шрилу Прабхупаду, то первое, кем что привлечет ваш взгляд, это будет Шрила Прабхупад. Настолько прекрасен он был. Я думаю, что это не совсем правильно говорить. Думаю, не всем правильно говорить, но вот есть такая пранама, та вечная пранама Шрилы Прабхупады, которая описывает его образ и вечное служение. Это дхьяна мантра на Шрилу Прабхупаду. Тапта канчана шудда дьям таравали парахита. И здесь описывается его служение, Ганна Сева. Тапта канчана шуддабьям. Так иначе, его тело, тапта канчана шуддабьям, оно золотое, сияющее. Его божественная милость Бхакти Ракшакшварда Госвамираш составил прекрасную аштаку, и мне она очень нравится. И там вот этот стих мне особенно нравится. Отикамала канчана диргатану. Отикама. Чрезвычайно нежный. Кама. Нежный. Канчана. Дирготону. Тол. Это означает золотого цвета. Golden color. Диргатану. Высокий. То есть его тело рос, он был рос своим телом. Оно нежное было и золотое. Тону, that body is such a beautiful nindito criticizing. What? Mrinal, Padmo, Lotus. То есть его тело настолько прекрасно. I go so far from my discussion. But Prabhupada says, if anyone что даже чарующий лотос, он чувствует стыд под этим. Так или иначе, Прабхупад говорит, если кто-либо следует моим наставлениям, то я его несомненно освобожу. И наша миссия, она не заключается здесь, в этом мире. Наша миссия там, в том мире. То есть, несмотря на то, что люди говорят, что они хотят возвращаться сюда снова и снова, чтобы служить Гурудеву, но здесь этому нет оснований. Так или иначе, возвращаясь к Рамгочи Прабху, Прабхупад был настолько прекрасен, но Рангути Прабху был настолько привлеченным, и там обычно люди, они принимают рыбу, мясо, такое. И как только он увидел Прабхупаду, он был очарованным и решил
все оставить, чтобы служить Ему. То есть в нем пробудилась такая жажда. И порой мы вот так вот судим, что нет, вы должны в первую очередь практиковать, там 6 месяцев хотя бы практиковать, а потом я вам дам инициацию или что-то еще. Разные ситуации бывают. Но Прабхупад увидел этот огонь в его сердце, и он ему дал инициацию. Но в то же самое время в Индии такая традиция, что если ты сделал что-то без ведома жены, скорее всего, у тебя будет проблема. Вот это не так, как сейчас, когда мужья, их вообще не заботит мнение жены, а жен мнение мужа. Они живут в независимости. То есть в Индии, конечно, все меняется потихоньку. Вот, и уже тоже имеет место разводы, но в селах по-прежнему эта культура остается. То есть если кто-то уже выбрал супруга, то они живут до конца жизни, они терпят, принимают это как плод своей кармы, хороший или плохой. Так или иначе. Он получил инициацию и вернулся домой. А его жена узнала об этом и начала его порицать, ругать. И для того, чтобы следовать наставлениям Гурудева, которые он пообещал следовать, он начал поститься, ничего не принимал и постепенно так и оставил тело. И в Индии такая традиция, что это тело сразу несут для того, чтобы сжечь его в крематории. Раньше было все на открытом огне, сейчас уже есть электрические такие печи. Вот они там делают такую, собирают дрова, и сверху стоит тело и поджигают. То есть такая традиция была. А что прежде нужно омыть тело Панчамриты. И всем этим ритуалам они следовали. И тут внезапно он ожил. Это не история, это факт. Ну, исторический факт. И когда он вот так ожил, что произошло? Все подумали, все его родственники подумали, что вот мы пришли сюда, в крематорий, чтобы сжечь его тело. Они подумали, что это дух вошел в тело. И обычно, когда так происходит, сразу это тело прижимают бамбуковыми палками и начинают поджигать. А он говорит, я не дух, я все тот же Рамготи. Это правда, что я оставил тело, но также правда и то, что я отправился на Ямалоку, к Богу Смерти. И Ямарадж задал мне вопрос. Он начал мне задавать много вопросов. Но он увидел, что у меня есть чрезвычайно эффективный благочестие, такое могущественное благочестие. И что это за благочестие? Это инициация чистого преданного.
Shadhan is not there. Connection. И он мне начал задавать вопросы, но он не увидел никакой, никакой садханы. То есть связь была, а садханы не было. И он задавал мне вопросы один за другим, а я не мог ответить ни на один из них из-за своего страха. Потому что на Ямалоке очень страшно. Все ужасное там, устрашающее окружение. Так иначе он спрашивал, увидел, что я не могу ответить ни на один вопрос, он спросил, кто же твой гуру? И я ответил, Шрила Прабхупада. И он сразу же меня отправил обратно. Поэтому моя вот эта жизнь больше не принадлежит вам. Я должен вернуться сейчас в храм моего Гурудева и жить там вместе с ним. И он жил там 12 лет, он совершал баджан там, и потом оставил этот мир. Без садханы мы не сможем отправиться в духовную обитель. Как, например, Аджамил. Аджамил, мы знаем, что он воспевал Нараяна, и пришли Вишнудуты. Правда, что пришли Вишнудуты, но затем они увидели. Там также пришли Ямадуты, посланцы Ямараджа. И мой духовный учитель в этой связи, он говорил. Вот они спрашивали, вы Дхарма Раши, что такое Дхарма? Дхарма Сакшат Бхагават Пранитам. Так ответил Дхарма Раши. Он говорит, что сам Господь вводит законы Дхармы. Поэтому мы не должны спорить с посланниками Вишну. Но так или иначе, эти Вишнудуты после увидели, что у него нет никакой садхана. Это не так, что вы один раз произнесете что-то там и потом вернетесь в духовную обитель. Нет, нужно совершать садхану, которая освободит нас от всех материальных привязанностей. Только так мы смотрим. Только благодаря садхане мы сможем освободиться от всех материальных привязанностей и в конечном итоге войти на Голока Вриндавана. В противном случае мы обретем какую-то пунью, благочестие, отправимся на райские планеты, потом вернемся обратно. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, «Наха маги сварга мокша нах». Мокша Махимаги. То есть мы не желаем ни райских планет, ни каких-то сидх чудесных сил, ни освобождения, ничего. Я помню, как в декабре 99 года или начало 2000-го, сразу после того, как Гурудев оставил этот мир, я отправился в Дели. Я ездил в Дели раньше, просто приезжал в Штенгуде Матхи, останавливался, делал там какие-то дела и возвращался в Вриндаван. А тут я поехал впервые в Дели на проповедь. Вот. И когда преданные узнали, что я еду сюда, в Дели имеется в виду, на проповедь, они там как-то связались, организовали все время, и была программа в парке. Там было несколько молодых, несколько пожилых людей. Я воспевал
и Муни Махарадж. You know, he used to stay in our temple here, Bhakti Ujjal Muni Maharaj. Bhakti Ujjal Muni Maharaj, он раньше жил в нашем храме. And we are talking in Srinivaspuri Park, partner Srinivaspuri. Anyway, that we are. Srinivaspuri Park назывался, где было. Around 1 p.m. or 2 p.m. like that. Лекция, и мы там вот сидели, воспевали. И где-то в районе часа или двух пополудни Муни Махарадж воспевал. 60-70 people like that. Все люди собрались вокруг нас. Это было около 60-70 человек. И я помню, как я начал говорить о Шридхаре. Какова же наша цель? И после лекции одна женщина подошла и говорит: «О, Свамиджи, даруйте мне ребенка». А я ей сказал, что мы не те саньяси, которые дадут вам какие-то чудесные вещи, и вы обретете ребенка. Мы саньяси, которые несут славу Святого Имени. В этом наша главная цель — принимать саньясу. Но она не поверила в это. Она начала упрашивать меня, клянчить, поскольку такая идея у этих людей. То есть в этой части Индии люди, они думают, что у саньяси есть какие-то мистические способности. Но так или иначе я вспомнил, что вот следующие кадыши — это Путрада Экадыши. Я спросил: можете ли вы следовать всем правилам Экадыши? И она говорит: Свамиджи, все, что вы скажете, я буду следовать ему, потому что уже 18 лет я жду ребенка, и нету. Его все нет. Я говорю: только Господь может удовлетворить ваше желание. И у Господа есть очень дорогие ему дни, титхи. И вот наиболее дорогое — это Экадыши. В этот день Экадыши нужно служить Туласи. Я спросил: можете служить Туласи? Она говорит: да, да, конечно. Without grains, but Putra Ekadashi you have to do very special manner. То есть, говорю, каждой Экадаши нужно следовать без зерна. Но в этот Экадаши вы должны приложить все усилия, поститься на сухую, без фруктов, без воды. И я объяснил ей всю процедуру следования Экадаши. И тогда, после этого, мы уехали. На следующий день, когда мы приехали проповедовать туда, нам преданные дали дом в этой, опять же, в этом районе. Четырехэтажный дом для проповеднических целей нам преданные выделили в тот раз. То есть уже зимой я там давал лекции. Я забыл уже все после того же случая сразу же. Но опять пришла какая-то женщина с маленьким ребенком. Может быть, ему был месяц или месяц, ну, полтора месяца. То есть у нее было в руке еще, помимо этого, коробка со сладостями и несколько рупий там. И там сидело 50-60 преданных было, и она перед всеми сказала: Свамиджи, это ваш ребенок. Я думаю, вот, она говорит: вот, в прошлый раз вы приезжали, вы дали мне наставление, и вот я следую, и получила ребенок. И то есть, на самом деле, этот случай повторялся 5 или 6 раз. 5 или 6 пар они следовали вот так вот в Экадаши и обретали Господа. Ой, Господа, обретали Сына.
То есть, ну, это не мои мистические способности, это все принадлежит Господу. То есть, все это от Него исходит. Мы же стремимся к тому, чтобы избавиться от всех анарт, от всех нежелательных материальных желаний. Как только анартхи уйдут, как только наш ум очистится, этот ум, чистый ум, устремиться в чистейшее место, которым является Голока Вриндавана. Где мы? Где мы? Там, где наш ум. То есть наш ум всегда стремится к каким-то вещам, и мы следуем за ним. Если мы идем в парк развлечений, почему мы идем? Потому что наш ум хочет развлечений. И таким образом мы тратим свое время, деньги, энергию. Все то, что не имеет связи с духовным, это все пустая трата времени, денег и энергии. Мы должны думать о том, как сделать свой ум чистым. Как только небогатые материальные желания уйдут, тут же мы, наш ум очистится. Вишая Шария Кабашудохабемон, говорит Наратамдас Такур. Мон — это ум, а вишая — это объекты, удовлетворяющие чувства. Как только наши чувства станут свободными от желания наслаждаться объектами чувств, тогда что произойдет? Ум очистится, и мы сможем войти на Голока Вриндавану. Голока Намни Нджадамни Тале Чатасия. Это самая высочайшая цель, самая высочайшая обитель Верховного Господа. И к ней направлены все наши устремления. Если мы очистимся от всех материальных желаний, вне всяких сомнений мы достигнем ее. Но если у нас будут какие-то материальные желания, тогда тогда Кришна с легкостью удовлетворит наше желание наслаждаться или желание освобождения, но он никогда не одарит нас бхакти. Он всегда будет прятаться от нас, испытывая наше истинное желание. Если вы будете думать про себя, что «О, посмотрите, сколько у меня последователей, насколько я велик, каждый сейчас меня признает». Если у нас появится такое чувство, тогда наше духовное положение начнет преуменьшаться. Это означает, что наш духовный прогресс остановится. Все остановится. То есть, когда в нашей практике появляется эго, тут же и приходит конец нашей духовной практики. Поэтому эго — это нехорошо. Нам нужно освободиться от всех типов эго. Мон, Будди, Аханкар. Мон, Будди, Аханкар. Моно, Будди, Аханкаро, Нама. Панчабхут — это
То есть наше тело состоит из пяти элементов, а также ума, разума и аханкары, ложного эго. Ман, будхи, аханкар. У нас не должно быть никакой аханкары. Тогда мы сможем освободиться от этих 14 планетарных систем. So, 14 spheres consist of this earthly planet, Bhurloko, where we are Bhurloko, Bhuvarloko, Swargaloko, Mahaloko, Jhanaloko. Heavenly planets, organism. То есть разные планы бытия и разные виды живых существ. Different planet, different stage of living entities. Kinnar, Чем выше живое, тем тоньше его материальные привязанности. И у Брахмы, несмотря на то, что он так высоко находится, у него по-прежнему есть материальные желания. Они очень тонкие, но они по-прежнему присутствуют. Кришна вечен. И Брахма это ясно объясняет, Анади Радир Говинда, что до творения, сейчас и даже после разрушения этой вселенной, он продолжит существовать. Он Сарвакарана Каранам, он причина всех причин. Но у людей есть некое недопонимание касательно этого. Они думают, что Рама явился в Трета-югу, а Кришна в Двапару. Поэтому Рама, он выше, чем Кришна. Но это концепция людей, а нам нужно следовать за концепциями Брахма. И у Брахмы концепции вот такие. Рамади, Мукши, Сакала, Ниама, Натиштам. Что Кришна – источник всех воплощений, включая Раму, Матсю, Курму и так далее. Так, включая Кала, Аватар, Юга, Аватар, Пуруша, Аватар, Гуна, Аватар. Все они исходят от Кришны. Поэтому мы должны разумно отнестись к этому. Кому мы верим? Брахме или обычным людям? У людей есть какая-то логика, и они могут говорить все, что угодно. Но мы не должны игнорировать, конечно же, мнение этих людей, поскольку Рама не отличен от Господа Кришны. Но Кришна изначальный, поэтому, когда обращаются к Кришне, говорят, что он Свайам Бхагаван Кришна. Кришна Свайам Бхагаван. То есть он тот, от кого исходят все воплощения Господа. Я уже говорил, что этот мир, он подобен сцене, где Кришна разыгрывает свою игру. А все люди, все живые существа, они подобны актерам. И он избирает актеров в свой спектакль тех, кто лоялен к нему, кто склонен к нему, принимает его сторону. Остальных же охватывает иллюзия. Майя Деви, она всегда вдохновляет нас. Если ты будешь делать вот это, то есть она нам говорит, что если ты заработаешь много денег, если станешь в высшей степени образованным, тогда ты станешь счастливым. Но счастья там нет. Тогда люди отправляются в бар, чтобы найти счастье, но и там счастья нет. Какое-то временное, ненастоящее счастье, которое разрушает здоровье. Но истинное счастье приходит, когда мы близки с Господом.
when we become close to Lord, когда мы становимся close to Lord, we can, настолько, насколько мы освободимся от материальных желаний, настолько мы начнем ощущать блаженство и счастье, мы приблизимся настолько к Господу. И в этом наша главная цель — стать вечно счастливыми. Итак, семь планетарных систем вверху и семь внизу. Все эти материальные планеты. И это не наша цель, чтобы занять положение в одном из этих уровней. Здесь говорится, что все это твое майя вайбхав, иллюзорное достояние. Это все лишь тень твоего полного духовного достояния. Просто тень или отражение. Shadow reflection. Shadow you can stand. Тень можно ударить, но с вами ничего не произойдет. Вы можете поить тень, но вы от этого не насытитесь. Поэтому лучше не бегать за тенью. So therefore, better for us not to run behind this shadow, but to find shadow. Нужно отправиться в реальную обитель Верховного Господа. В этой связи наши предшествующие ачари, а точнее Бхакти Пракаш Аранья Госвами Махарадж, Бхакти Пракаш Хришикеш Госвами Махарадж, вернее, ученик Бхакти Прапатижды Госвами Махараджа. While she is taking bath in Sarovar, means lake, and she kept the valuable ornament on the. Там был такой случай, кто-то принимал омовение. Lake, one crow took this. И перед тем, как принять омовение, эта личность сняла с себя все драгоценности. Just kept it. И тогда прилетела ворона, которая забрала их все. И тогда эти царевны, которые начали принять омовение, они начали плакать. Вот. И царевны начали сокрушаться. Они хотели очень именно этих украшений. Царь им сказал, что я могу сделать для вас другие, еще лучше. Говорит, нет, мы хотим именно этих украшений. Вот. И тогда царь сказал, что я дам пол царства тому, кто найдет эти драгоценности. И на одном озере one person looked the shadow one actually inside the lake water very crystal clear. There is ornament, what ornament? Queen's laws. И тогда один человек, он увидел в озере этот. He's not able to find out. Вот они видели он увидел эти драгоценности в озере, прыгнул туда, но не смог найти. Эта новость разнеслась повсюду, все начали приходить. Они видят, опять увидели эти драгоценности, опять прыгали. Вот. И они все никак не могли их найти, пока не пришел один сада. Он спросил, что происходит здесь? И они объяснили ему, что происходит. Он сказал, дайте я посмотрю. И когда он увидел эту, вода стала чистая, без вол, вот, и он увидел драгоценность, он говорит, но это не здесь. Он говорит, вон на дереве эти драгоценности висят.
И вот это так же само и у нас здесь, что это счастье не здесь, которое мы, нам кажется, что мы видим, оно вверху, на Голоке Вриндаване. И его можно достичь только через воспевание Хари Кришна Махамантры. Когда мы будем воспевать Хари Кришна Махамантру под руководством Гуру Парампару, вне всяких сомнений, вы достигнете цели. Так говорит Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур. Он пообещал, что освободит нас. И Рамгочи Прабху тому прекрасный пример. Сегодня наше время подошло к концу. Сегодня мы закончили вот эти стихи. Завтра мы будем разбирать джива вайбхав, то есть джива тату. Завтра будем в этом говорить. Хари Кришна. So I'll talk about tomorrow about this, Hare Krishna.